Привет всем! С вами интернет-магазин ПК Авто. Сегодня мы в нашем установочном центре установили магнитолу на Sorento Prime. Prime 18 года, 18+. Магнитола фирмы Vomi FX серии на андроиде, Android 10 с QLED экраном, с Яндекс навигатором, 464 с 4G, то есть полный качественный комплект. Особенности. В данном автомобиле есть система кругового обзора. Автомобиль еще раз 18+. Переключаем в реверс. Видим изображение с камеры кругового обзора. Экранными кнопочками мы можем переключать изображение, как это было раньше. При переключении в драйв у нас, соответственно, работает камера переднего вида. Отображаются штатные парктроники. Они отображаются так, либо можно поставить сюда машинку, мы отключили. Точно так же правая и левая камеры у нас работают. Кроме всего прочего, находясь в драйве, мы можем кнопочкой с камерой включать, выключать изображение с передней камеры. Соответственно, такая вот штука. Также при использовании Яндекс навигатора мы переключаем радио. Сейчас я включу радио. Радио включено. Приборка у нас отображает переключенные станции. Там не все станции заполнены, поэтому... Далее, кнопочка с головой у нас включает Яндекс навигатор. Кнопочка с кружочком точно так же. Поднять, положить трубку. Громкая связь великолепная. Климат-контроль отображается на экране. Эту функцию можно отключить, так как здесь все равно есть отдельный блок климата. Штатный USB, штатный AUX. В бардачке у нас запасной USB. Также работает функция CarPlay. Включаем iPhone, разблокируем его. Сейчас кабелечек плохой. Да, функция работает это с хорошими кабелями, то есть с такими подкисшими может не работать. Разрешение. Починил CarPlay. У нас присутствуют карты, всякие пункты назначения. Все как любят сторонники андроида. Spotify, музыки, WhatsApp, прочитай сообщение, связь ловит. Отрубаем. Я выключил экран. Также работает, дай быстро покажу, что работает функция разделения экрана, это очень важно. Нажимаем квадратик, Яндекс навигатор ставимся налево, а справа, например, ставим себе радио. Для тех, кто любит ехать и щелкать радиостанции. Едем, нажимаем кнопочки, нажимаем там перемотку, поиск. Он там наматывает какие-то станции. Вот. И, соответственно, Яндекс навигатор. Вместо правого приложения можно выбрать любой из запущенных, либо нажать домик и выбрать, пусть будет YouTube. Экран сочный, QLED, я уже говорил. Прекрасное изображение, очень хорошо видно на солнце. С вами был интернет-магазин ПК Авто, обращайтесь к нам.